Кусочки железа мы переделываем в железо и получаем больше железа, это гениально! А куда мне это все деть? Привет, друзья, Фиксай, добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и сегодня у нас опять-таки суперское видео, ведь теперь крафт будет умножаться с каждым крафтом. Это означает, что если мы с вами добудем сейчас дерево и перекрафтим его в первый раз, мы получим с вами всего лишь 4 доски, но второе дерево принесет нам уже 8. 8 бревен! Точнее, досок. Итак, до бесконечности. Вы только представьте, мы с вами крафтим дверь, а крафтится 1000 дверей. Кое-кто был бы доволен. Друзья, нас на канале уже 3 миллиона 985 тысяч. А это значит, что именно сегодня, возможно, настанет цифра в 4 миллиона. И это будет просто невероятно. Ведь вы помните, что на 4 миллиона супер интересный стрим. И чтобы это поскорее случилось, проверь, подписан ты на канал или нет. Спустись прямо сейчас вниз и нажми на кнопку подписаться. Тем самым ты подпишешься, и 4 миллиона быстрее настанет. Спасибо огромное. А также, если вы до сих пор не поставили лайк, то поставьте его обязательно, ведь ролик очень интересный. А мы начинаем. Приятного просмотра. Интересно, за сколько времени мы с вами сегодня пройдем Майнкрафт? Потому что мне достаточно срубить пару деревьев, и все, мне дерева хватит на всю жизнь. Так, с перекрафчиваем, и у меня уже 32 штуки. Так, хорошо, делаем верстак. 4 верстака, Карл, скрафтили чего? Ладно. Ладно, неплохо, 4 верстака тоже хорошо. Поставим сразу же вот здесь вот 4 штуки, чтобы... А, просто чтобы были. Так, теперь делаем палки. 20 палок! Что происходит? Погодите, а что будет тогда с киркой? Только не говорите, что... 6 кирок! А самое интересное то, что они, слава богу, стакаются. И, по сути говоря, они бесконечные. Вот это вот уже круто. Ну, тогда ладно, давайте скрафтим с вами бесконечный топор. 7 топоров! Офигеть! Кстати говоря, я вижу там руины, поэтому к ним мы сразу же и побежим. Как вы понимаете, не работает умножение на дропе, только на крафте. Ну, поэтому нам придется все-все-все крафтить. Это что такое там? Чего? Я такое впервые в Майнкрафте вижу. Это как такое вообще возможно? Это же тропическое дерево, да? Это корабль! Не затонувший! Точнее, затонувший, но он полностью не сломанный. И он такой огромный, я впервые на такой натыкаюсь. Так, сундук. О, мистер Сквид, здравствуйте. Тупоголовый идиот, ты что здесь забыл вообще? Я что, по-твоему, Патрик, что ли? Господи, вы слышали, тот губка-боб, что ли, где-то затерялся еще? Странный у них подводный мир тут. Так, ладно, здесь карта клада, а также второй сундук. Да, здесь ничего нету. Загадочное рагу, спасибо. Вот это полезно прям. Слушайте, ну круто, ну круто. Сейчас еще в руинах что-нибудь найдем такого интересного. Ой, долго плыть, давайте мы с вами лучше прилетим к этому берегу и скрафтим лодку. Так, стоп, а мне интересно, а если я сделаю сразу же побольше лодок, вот, например, столько? 10 лодок! Ладно, хорошо, пускай, пускай будет 10 лодок, поплыли. Так, приветствую. Еще одна карта клада. Погодите, по идее они должны быть одинаковые. Смотрим здесь и смотрим здесь. Да, они абсолютно одинаковые, причем клад находится в метре от меня. Вот это вот круто. Уголек еще есть. Замечательно. Так, со здесь у нас удочка на починку. Вот это повезло, повезло. Лодок у нас бесконечное количество, поэтому поплывем. Просто через дорогу клад. Гениально, просто гениально. Какой гений здесь закопал эти сокровища? Хотя, возможно, то, что когда-то пираты совсем недавно плыли уже к этим сокровищам. И практически доплыли, но здесь утопленники начали нападать на них и уничтожили этот корабль. Но пираты оказались тоже умными и уничтожили всех утопленников, поэтому следов никаких не осталось. Они были близки к победе. Так, с мне нужна лопата. 9 верстаков? Что? Отлично, 10 лопат. Великолепно. Ну что, начинаем копать, получается. Вот начнем прямо здесь. Если сокровища будут прямо подо мной находиться, это будет вообще забавно. О, смотрите, какой я лайфхак нашел. Могу находиться прямо на лодке и копать очень быстро. Я ж говорил, это пираты. Ты серьезно? Ты гений, чувак, потому что ты зачем в лодку сел? Тебя как бы солнце убивает, да. В воде-то нет, но солнце-то убивает. И ты вообще не хочешь с нее выйти даже, да? Ну ладно, может тебя поймать как-нибудь, давай. Давай. Кажется, не получилось. Зато лодку себе подкинул. О, вот этот уже хорошо. Еще и железный меч. Повезло, повезло. 15 изумрудов, офигеть. Ну все, в принципе, начальные вещи у нас уже есть. Сделаем сейчас кирочку. 11, окей. И скрафтим также броню, все равно золото нам не нужно. И скушаем загадочное рагу. Интересно, что сейчас будет? Прыгучесть, повезло, повезло. Ну за что заброшенная деревня? Ну почему? Я, конечно, понимаю, что это обыденное дело находить заброшенные деревни, но лучше бы я нормальную нашел. А тут мне пшена, ничего нету. Один только колокольчик, на который, друзья, вам нужно срочно нажать, чтобы получать уведомления о всех видосах. И, между прочим, без подписки на колокольчик нажать нельзя. Поэтому нужно сначала подписаться, а потом нажать на колокольчик. И под подушкой вы увидите у себя... Так, с дерева у меня закончилось, поэтому сколько? Ладно.
Хорошо, без проблем вообще. Я придумал! Нам для того, чтобы отправиться в край, потребуется всего лишь одна эфритовая палка и одно око эндера. И мы сразу же все себе добудем. Целый стак. Полезно, полезно. Поехали, используем трюк. Погнали, погнали, погнали. Это ламба, а это велик! Почему мне урон не нанесся? Странно. Так, тут у нас есть железо, а также уголь. Прекрасно. Нам много, в принципе, и не нужно. Потому что железо мы с вами крафтить никак не можем. А вот самые полезные вещи вообще без проблем сделаем. Так, если я сейчас сделаю печку, то... Одна печка. Это странно, ладно. Так, а если мы еще одну скрафтим, например, то... 51 штука. Хорошо, без проблем вообще. Я могу свою ферму печек открыть теперь. Ага, спрятался там, значит. Все думает, как бы на фиксай напасть. Не тут-то было какая-то странная лодка в воздухе. Зачем мне столько щитов? Окей, 64 щита, почему бы и нет, без проблем. Может быть, как-то можно мне задюпать это все дело. Точно, я знаю как, смотрите. Мы сами из железа. Все-таки прибежал ко мне. Вот говнюк, хитрец такой. Ребята, смотрите, как мы это сейчас делаем. Мы переделаем все в кусочки железа. Кусочки железа мы переделываем в железо и получаем... Боже, железо, это гениально! Боже, как его много теперь! А куда мне это все делать? О, боже мой, как его много! Я даже не заметил этого! Что мне с этим всем делать? Я в шоке! Так, ладно, ладно, хорошо. Помогите кто-нибудь, мне надо разобраться со всеми этими вещами. Так, мы с вами, по идее, также можем скрафтить очень много хлеба. Да? 64 хлеба, почему бы и нет? Настало время делать портал в ад. Пиф-паф, вжик и пум. Ну что же, я накрафтил очень много золота, поэтому пойдемте мы сами искать пиглинов. Сейчас мы с ними поторгуемся с таким количеством золота. Вообще без проблем. Господа, налетайте, куча золота вот здесь вот, да-да-да-да, забирайте все. Молодцы, прям в одну кучку. А теперь все дружненько падаем вниз в эту яму. Так, и ты тоже, и ты тоже, и ты тоже. Все, развлекайтесь, вот вам золото ваше. Я пока что выкину всякий мусор, который мне не нужен. Ребят, вот как вам удача Дрима? Мне кажется, прекрасно работает. Что? Скорость души? Ладно, может быть и повезло в этот раз. Зелье огнестойкости, но все равно, сколько раз они дали мне дроп и ни одного перла, ребят. Ни одного перла вообще. Дрим, признавайся, как ты это делаешь? Спектральные стрелы, чё, блин? Кирпичи мне, зачем они нужны? Еще одно зелье там вижу. Еще одно зелье. Пойду в лаве лучше покупаюсь. О, красота какая. А перлов вообще нету. Во, наконец-то. И то две штучки всего лишь. Ладно, мне этого все равно хватит. Надо найти крепость. И фритики. Ну, здравствуйте, дорогие. Привет. Давай, давай, давай. Во, все, спасибо, до свидания. Мне больше не нужно. Ой, 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 ой. Ой, привет. О, все, слава богу, он на газ насагрился. Бежим отсюда, бежим, скорее. Пока они меня не уничтожили здесь, как много здесь свинозомби. Так, вниз, куда дальше, я не знаю. Кушай, кушай. Поехали, опасный трюк сейчас будет. Как вы понимаете, трюк не удался. Я надеюсь, не все у меня сгорело там. Ну да, половина вещей оказалась ровненько вон там. Зато перлы здесь, а эфритовых палок нету. Эй, черепаха, ты не против, если я у тебя тут покрафчу немного? Вообще не против, да? Ну иди плавай тогда. Так, сверстак, нормас. Ой, надеюсь, все сработает, Да, да, прекрасно. Теперь вот так вот делаем и получаем... Что? Два стака этих окаэндера. Два стака, Карл. Два. Это просто нечто. Надо бы еще стрелы и лук скрафтить. О, паук, спасибо. Во что ты здесь оказался? Две штуки, но этого мало. Нужна хотя бы одна овечка, чтобы сделать нитки. Крипер, не ты. Не. О, еще паук. Вот крипер, не дай бог вы взорвете дроп, не дай бог. Нет, нет, нет. Тихо. А, вроде бы жив, нормально. Все в порядке. Прости меня, курочка Джек, но мне придется это сделать. Да, вот именно вот это вот. Лук у нас уже есть. Осталось сделать миллион стрел. Бам! Да, я переборщил, кажись. И все, осталось уничтожить эндер-дракона. Где он? Вон там находится, побежали. Могу вот так вот спамить вообще все равно хоть каждую дорогу, каждый путь. Ну, не совсем всегда, конечно, но зато будет намного легче находить теперь. Ля-ля-ля, тополя, ля-ля-ля, легкотня. До свидания, ребят. Дело за малым. Правда, у меня хлеб пропал, а я ничего из этого скрафтить не смогу, да? Да, только немножко морковки осталось. Ребят, только я могу сбираться на верстаках. Это самое, что ни на есть, гениально. А зато так легко и просто. Вон там самый дальний даже. Ай, не попал. Давай, давай. Хорошо, попал. Вон тот тоже, смотри, с первого раза. Гениально и просто. У меня только воды нету. А вот этот уже плохо. А, зато есть лодка. Но это вообще легко и просто. Опа, и все, бежим отсюда. Просто бежим. Куда ты плюнул? Ты что, думал, я сюда приземлюсь? Нет, ты глупец. Дракон, ну ты подводишь, конечно. Что это было? Ой, хорошо, какой сейчас красивый удар был. Да что со стрелами?
Ой, хорошо. Ну все, осталось подождать, пока этот гений приземлится. О, молодец. Я себе никаких вещей не скрафтил. Как так-то? 53 топора, без проблем. Все, быстрее бьем. Почему урон не наносится? Он вообще не уходит. Он вообще не уходит. Да, а теперь улетел. И далеко ты собрался, прости меня. Как много эндерменов за ним бегают. Тихо. Отходим, отходим. Ой-ой-ой, я чуть в глаза ему не посмотрел. Фигаси, он там убивает их на раз-два. Я топор свой потерял, потому что там 53 штуки написано. Хорошо, идем. Тихо, не поворачивайся. Профессионалы в Майнкрафте, конечно, ему по голове бьют, но это слишком рискованно, потому что у меня нету ведра воды. Эндерперлов у меня тоже нету. Поэтому мы с вами будем ждать, пока он опять присядет. Или просто стрелами его добьем. Эндермены, я бы вам не советовал этого делать. А, стой! Надо быстрее добить! Ну, попадай! Вода, почему ты не попал? Тут один удар раздался буквально! Ну что, добьем его удочкой, которая нам так и не пригодилась. Один удар буквально. Класс, мы прошли! Друзья, у меня на канале есть очень много видео, где что-то умножается. Например, инвентарь умножается. Это было немножко потяжелее, нежели инвентарь весь полностью умножается, но все равно было очень интересно. А все эти видосы можете посмотреть по подсказке справа. Нажимайте, там куча таких классных видео. А мы с вами проходим Майнкрафт. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если это так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. А для вас сразу фиксаю, увидимся уже в следующем ролике. Всем удачи и всем пока. Пока.